Сегодня 24 марта 2023 уже года. И моему сыну сегодня уже исполняется 44 года. Так что я счастлива, что он жив, здоров, талантлив, красивый. Все, как я мечтала. Честный, умный, разумный, очень нежный, ласковый и добрый человек вырос, вот, который несет в этот мир добро, творчество. И я очень рада, что он стал таковым благодаря тому, что я вот его родила. Ну и как старалась, воспитала. Все-таки я считаю, что моими стараниями, моими усилиями, вот он вырос таким, стал таким добрым, честным человеком, талантливым. Вот. Я рада, что сегодня во знаменование такого праздника наконец-то у нас вышло солнышко, тает снег, вот, вскрылся уже, тает пруд наш полный воды. Надеюсь, что там и рыбки оживут. И скоро будем наблюдать, радоваться цветочкам. Вон уже даже травка зелененькая. Вот. Вышла из-под снега живая, здоровая, зеленая, красивая. Все, весна пришла. Счастье-то какое! Скоро пойду сажать и жить дальше. Надеюсь, счастье и здоровье.